Добрый день. О главных новостях в Нижнем Новгороде к этому моменту. В Думе Нижнего Новгорода решили проконтролировать погашение задолженности перед подрядчиками по выполненным муниципальным контрактам. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». В целом, по итогам прошлого года администрация Нижнего Новгорода задолжала исполнителям порядка 1,7 миллиарда рублей. Тему муниципальных долгов на встрече губернатора с предпринимателями поднял бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, попросив главу города Олега Сорокина разобраться в ситуации. Тот пообещал наказать виновных и поручил бюджетной комиссии Гордумы собрать в департаментах полную информацию по муниципальным долгам. Тренировочная площадка в Нижнем Новгороде исключена из программы подготовки к чемпионату мира 2018. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. Программа предусматривала строительство и реконструкцию 48 площадок для подсоревновательных тренировок. С Международной федерацией футбольных ассоциаций согласован перечень из 37 таких площадок. В связи с этим из программы исключены 10 площадок, а тренировочная площадка в Нижнем Новгороде заменена на тренировочную в Ростове-на-Дону. Понижение рейтинга Нижнего Новгорода агентства Moody's никак практически не повлияет на ситуацию, считает Александр Шаронов. Те рынки, где мы, как область, Нижний Новгород, как муниципалитет, размещали свои долги, там этих инвесторов нету. Долги Нижегородской области как субъекта федерации и Нижнего Новгорода как муниципалитета, они размещены сугубо на внутреннем российском рынке. Там инвесторы опираются далеко не только на эти рейтинги. Поэтому с точки зрения практической, влияния, непосредственно влияние вообще мало усматривается. Напомним, Moody's понизил рейтинг Нижнего Новгорода с BA3 до BA1. Всего международное рейтинговое агентство понизило рейтинги 11 российских регионов, 4 городов и 3 эмитентов, связанных с правительством, и поставил их рейтинги в сторону дальнейшего понижения. Сегодня днем в Нижнем Новгороде плюс 2, плюс 3, вечером плюс 1, плюс 2. Переменная облачность и без осадков. Хорошего дня!